Католики всего мира отметили Пасху. В Новосибирске в ночь на 20 апреля верующие собрались, чтобы принять участие в торжественном богослужении, которое возглавил ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт. Боже, через Сына Твоего Ты дал верующим огонь Твоей славы. Просим Тебя, освети этот новый огонь. Через пасхальные торжества воспламени в нас желание небесных благ и удостой нас прикоснуться чистою душою к торжеству вечного света. Он зажег пасхал, от которого прихожане взяли огонь для своих свечей, выражая тем самым намерение нести свет Христа в мир. Во время литургии слова принято читать 9 библейских чтений. Таким образом, пасхальная месса призвана показать божественный замысел в отношении человечества от сотворения мира до пришествия Христа на землю. Традиционно в Новечерие проводят обряд крещения. Вероника, я тебя крещу во имя Отца и Сына и Святого Духа. В этом году крещение приняли четверо. В этот день все верующие обновляют крещальные обеты. Для католиков всего мира Пасха – это вершина годового богослужебного круга, самый ожидаемый праздник. Светлый праздничный день, и это встреча со Христом, с воскресшим, и восхвалять Его, Его славе, что вот Он снова с нами, только что прошла Страстная Пятница, и мы скорбили о том, что Его нет, Он умер, а теперь Он снова с нами, и это радостно. Поэтому я всех поздравляю сердечно с этим прекрасным днем воскресения Господня. Радуемся, поздравляем друг друга, целуем, христосуемся. Христос воскрес, воистину воскрес. Для нас это главный праздник церковный, главный праздник целого года, подведение неких итогов.